все-таки они учатся. И явно надоело получать палкой. Приготовилась, пошла в сторону. Настоящую палочку. То есть тут уже три совенка и вот еще четвертый. Черные перья? Много черных перьев. Ага, ну вот они получаются. Очаг круглый. Господи, чем внимать мешает. А вот сова сидит, наблюдает, что тут происходит. Окольцевал? Нет, слева около. За, под левым локтем. Да. Что? Назад его? Да. Сейчас мы уже почти. Сейчас еще 2 минутки. Запихиваем всех это. Два раза по шлему не успеешь получить, как уже будут совята. Я что-то как это до плеча до мяса. Что, вцепился тебе? Запихиваю. Не, он так удачно вцепился. Ну, в смысле, что не когтями в палец, а он обнял мизинец. Давай остальных. Грузите. Грузите совят мешками. Сколько совят закольцевали? Да, мешка 4. Что, по 2? Давай по 2, потому что 4 вообще неудобно будет. Сюда-туда захотите слетать? Ну да. А ты думаешь, что ты там сидишь? Слетят так слетят. Это их право. Да не, сейчас. Что, поднимай. Это тоже такое. Магические жесты фокусника. Когда взрослых уже орлов на гнезде кольцовых оставляешь. Ну, кольцами. Закрываешь голову одеялом, покрывалом. И уходя с гнезда последним, стёркиваешь за собой еще. Здесь сколько? Два. Один мешок? Сколько это, да? Один мешок. Штука. Нет, трех обломок перьев. Если бы они еще не через овраг летали, вот надо вещь, которая поражает воображение птенца. Паутинку тогда натягивать. Какого размера? Охренительно. Чтоб мама не мешалась хотя бы. А, то есть просто пусть такой ставишь. А представляешь, каким это, каким образом выпутывается с такой паутинкой? Без ремянки? Нет, это же такое.
Нет, так зачем? Ты берешь 2-10-метровых удочки между ними, не так. Это я случайно совенком уже не зацепил. Что-то там вообще это. Второй мешок совят. Подожди, подожди, Жень. Секундочку. На прощание мы их посмотрим. Вот они здесь. Совы, а второго не видно, первый закрывает. Да вот они похожи при проверке также. Вот, 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 вот два свита. А? Два видно. Да, кстати, один голову не поднял. Да. Под камерой они успокоились. Работают на публику. Первенцы? Самые смелые. Это которые да. Почти снаружи сидели. Давайте я как-нибудь не знаю, как-нибудь так. Так. Я уже сам. Больше здесь совесть нет. Вот ты с ними так ласково обращаешься, что сова не реагирует. Привет. Ну, если очень быстро. Веревку зеленую не забудь цепануть для сдергивания. Да, не забыть. Да. Для сдергивания цепануть веревку зеленую. Я цепанула. Ага, я просто не вижу, лечу на то. Все, погоди-ка. Ну... Вот такая история по возвращению птенцов в гнездо. Да, да. Вот ты кладешь темп, привязываешь его, как ты идешь, а потом уже берешь полетел. Может не ту, не ту.